Ребят, всем привет! Сейчас будет обзор топовой катушки от Брэда Кеннонс. Она такая крутая, с этой, как ее, плетней мультиколорной намотана. Она у меня стоит на джиге, это 4000-ник. Вот, давайте крутим ручку. Ручку здесь кручивается главную пару. Сейчас делаем бэм. Так, все, обратный стопор включен. Так, что я могу сразу сказать? Ну, дизайн чем-то напоминает Абу Гарсии. То есть я думаю, что это как бы такая американская тема, вот эти карбоновые ручки, это фишка Абу Гарсии. Только Абу Гарсии катушки стоят, ну, типа там раз в три, в два дороже. Катушка не дешевая, то есть относительно такая, сказал бы, дорогая. Она стоит в России в районе там, по-моему, 10-11 тысяч рублей. Но, ребята, она того стоит. Во-первых, она вся целиком металлическая, то есть это магний. Она прям вот, ну, холодит руку, прям чувствует, что это такой металл, что здесь все надежно. Катушка у меня уже достаточно давно, то есть это уже такой длительный тест пройден. Ничего нигде не разболталось. Микроклик фрикциона, все работает отлично. Укладка, вот смотрите, какая укладка. Укладка вообще идеальная. Не знаю, вам видно там на камеру, какая укладка? Наверное, видно, да? То есть идеальная укладка. Вот здесь у меня намотано просто 200 метров шнура. То есть я без бэкинга намотал 200 метров шнура, влезло прям идеально. Шнур 0.14 такой Arcane мультиколорный. Вот, Arcane обычно не врут с размерами шнуров, с толщиной, поэтому, ну, я думаю, что здесь все так и есть. А тут я как бы это, ладно. Я не читаю эти надписи, они, как правило, не особо там правдивы на катушках. Что вот сказать? Она легкая, она весит всего 240 грамм в 4000 размере. Стоит она у меня на удилище для джига. Скоро еще поставлю ее на удилище для воблеров. Вот, просто, ну, надо для вас, ребят, потому что вам надо твичинговые снасти под мясорубки, поэтому вот я вынужден ловить тоже теперь на мясорубке, не только на мультипликаторы, для того, чтобы вам было прикольнее. Но это вы потом все увидите, это будет все позже. Дизайн катушки мне вот очень нравится, да, то есть она хорошо выглядит именно с мультиколорным шнуром. С зеленым выглядит похуже, оранжевым выглядит неплохо. Так что если хотите, чтобы она у нас прям играла красками, ставьте мультиколорный шнур или оранжевый. Вот. Ну, на мой взгляд, мультиколор прям идеально. Кноп разборный, в кнопе два подшипника, насколько я помню. Здесь вообще кругом одни подшипники. Какой-то смысл их обозревать, ничего не вижу. Петель она не бросает. Все работает надежно. В общем, отличная катушка. Если не хотите переплачивать за бренд Shimano или Daiwa, да, особенно при покупке в России, в принципе, это ваш вариант, да. То есть полностью металлическая. Ну, в плане вот надежности, долговечности, я думаю, она Shimano и Daiwa даже переплюнет. Какой у нее плюс и какой это одновременно и минус? Она очень быстрая, да, то есть это быстрая катушка. Соответственно, если ловите на воблер, вам не надо там тягать какие-то тяжелые груза катушкой, то она вам подходит идеально. Если вы ловите судака, как я, а мы его ловим с быстрой проводкой, то есть у нас там такие вот быстрые двойные подбросы, да, грубо говоря, нам быстрая катушка как бы более выгодна, да. И, допустим, если мы хотим быстро вымотать, допустим, мы знаем, что судак клюет там в 70 метрах, а в 50 он уже не клюет, там вот эти 50 метров нужно как можно более быстро вымотать, да. Но, конечно, из-за того, что она быстрая, у нее ход не такой плавный, да, скажем так. Из-за вот этой, видите, даже ручка не крутится под собственным весом. Это потому, что передатка очень высокая. Вот. Но, еще раз, к этому достаточно быстро привыкаешь, перестаешь обращать на это внимание, а после мультипликатора это вообще кажется как... Ну, там любая мясорубка так кажется, так... Вот. Мультипликаторы, потому что они такие очень легкие. Кстати, у вас, смотри, как кнопка крутится на подшипниках. Вот. В общем, у кого есть на это деньги, я всем рекомендую. Выглядит потрясно, надежно и так далее. Даже не знаю, что плохого сказать. Плохого сказать ничего не могу, ребят. Отличная катушка. Регистрируйтесь на сайте, цена будет ниже. Всем пока, увидимся в следующих обзорах.